Kokko as such is only 2 years old, and as you all know, if something is started 2 years ago and it's everything is done, recruiting people, building processes and so forth, it's a startup by itself. So let me explain that the university is in fact a startup in Skolko. В случае, если вы сталкивались с какими-то затруднениями в том, что касается регулирования не только самого проекта, с которым вы к нам пришли, но и, в принципе, вашей предпринимательской, либо исследовательской, либо просто общегражданской деятельности, вы могли рассчитывать на нашу поддержку, и наша задача не просто с такими барьерами как-то разбираться, но и создавать такую атмосферу, которая будет на Сколковской поляне, начиная с 2014 года, атмосферу, где времени на разного рода, скажем так, администрирование должно быть сведено к нулю, где сама система должна быть саморегулируемой и саморазвивающейся. Во-первых, действительно, мне очень приятно видеть массу знакомых лиц в зале, и еще более приятно видеть массу незнакомых. Это значит, что интерес растет, технопарк наш очень продуктивно работает, и значит, нас ждет всех светлое будущее. То, что касается темы пленарной сессии, что такое коммерческий успех для стартапа, и что может сделать экосистема Сколково для вашего успеха? Я продолжу начатую линию Александра. Собственно, хотел бы тоже поблагодарить технопарк, нашего ключевого сервис-провайдера, который поддерживает и нас, и участников, за организацию такого мероприятия. Для нас очень важно иметь возможность общаться с вами. Я надеюсь, что у нас останется время для того, чтобы вы могли задать вопросы в конце. Потому что для нас тоже очень важный и эффективный инструмент получения обратной связи на тему того, правильно ли мы все делаем или нет. Поскольку тема сегодняшней нашей встречи – это успех, я бы хотел сказать об этом, наверное, с двух точек зрения. Действительно, показать, что наш успех и ваш успех – это, в общем-то, вещи, связанные с одними и теми же результатами, по большому счету. То есть здесь нету разрыва в модели ценностей. Добрый день! Сегодня мы говорим о мероприятии, которое фонд Сколково проводит для всех участников, резидентов фонда. Это первое такое масштабное событие, на котором присутствует по различным оценкам около 1000 участников. Очень живая дискуссия.
в целом позитивный отклик, и вопросы были очень конструктивные, причем не только из зала во время пленарного заседания, но и в кофе-брейке. Основной лейтмотив в том, что, мне кажется, у нас получается совместно добиваться неплохих результатов. Безусловно, есть определенные трудности. Мы сегодня определили несколько вопросов, которые требуют решения, наверное, с обеих сторон, потому что и мы, как организация, пока еще достаточно молоды, и проекты участников пока еще тоже набирают обороты. В этом смысле наш успех – это совместный успех. Поскольку это совместный процесс движения вперед, то очень важно определенное доверие друг к другу. Для нас важно, чтобы наши участники, наши проекты воспринимали нас как своих помощников, как своих адвокатов, и честно нам рассказывали и о своих проблемах, и о своих трудностях. Также мы со своей стороны прикладываем максимум усилий для того, чтобы сделать процесс работы с нами, несмотря на то, что мы государственная организация, удобным и комфортным, чтобы проекты участников Сколково не превращались в проекты по подготовке документов для фонда Сколково, а оставались все-таки проектами про инновационное развитие. Я думаю, что как основной вывод, это очень важное решение, которое мы сегодня приняли. Мы рассчитываем на то, что и наши участники, и мы как организация сделаем навстречу друг другу еще дополнительные шаги, что позволит работать более эффективно и построить в будущем действительно не просто успешные, а большие успешные истории. Дорогие друзья, сегодня день космонавтики. Родина, космос, Гагарин. Эти слова каждый из нас слышал с детства. Они вошли в нашу плоть и кровь. На самом деле, я считаю, что путешествие, освоение нового, дальние горизонты – это то, что присуще землянам вообще, но особенно нашему народу. Мы, имея тягу к новому, осваивали Сибирь, Дальний Восток, Камчатку, Аляску. Мы одними из первых вышли в воздушное пространство и самыми первыми в безвоздушное пространство. Добрый день, Олег. Я знаю, что компания является резидентом Сколково. Расскажите, пожалуйста, пару слов о том, чем вы занимаетесь и каких успехов вы достигли благодаря поддержке фонда. Хорошо, конечно. Мы занимаемся разработкой волновой электростанции. Это новый вид альтернативной энергетики, который сейчас еще в мире не развит. Если вы посмотрите на общий рынок альтернативной энергетики, вы увидите, что есть решение в гидроэнергетике, в ветровой, в солнечной энергетике. Но в волновой энергетике рынок только формируется, и русские компании могут занять на этом рынке, на мировом рынке, свое положение. Собственно, то, что мы сейчас и делаем. И благодаря фонду Сколково мы на самом деле вышли на достаточно, как бы я бы сказал, серьезный уровень игры не только в России, но и на европейской арене. С моей точки зрения, мероприятие состоялось, хотя мы, конечно, еще в поиске формата. Сам фонд молодой, то есть парк очень молодой. И резиденты все пытаются понять, где та ниша, в которой они наиболее комфортно себя будут чувствовать. Зачастую полемика начиналась с благодарности фонду. Не ради этого мы здесь собирали всех участников. Не для этого мы вытаскивали сюда руководителей фонда, представителей кластера. А наоборот, я пытался в своей работе побуждать и вынуждать всех, кто пришел, помогать нам в поиске слабых мест. Они, безусловно, есть, и процесс долгий, но именно от резидентов зависит скорость, с которой мы эти слабые места будем нащупывать и выжигать каленым железом. Конечно, кто-то использовал эту площадку для того, чтобы рекламировать свою компанию, и это хорошо. А где еще, если не здесь? Кто-то использовал эту площадку для того, чтобы искать партнеров, и это ради того, ради чего она создавалась, эта площадка. Ну и процесс взаимного обогащения, обучения и обаяния – это как раз тот процесс, который позволит нам двигаться вперед. Таких встреч у нас будет много, они будут больше, интереснее и содержательнее только при одном условии. Все мы будем над этим работать. Саша, как ощущения? Отлично, здорово. И продолжаем мысль, которую начала Ксюша. Действительно, у нас в Отусе есть самоорганизация. Сейчас активные студенты.
резиденты организовали курс для тех студентов, которые там собираются стать резидентами. И мне предстоит тоже поделиться опытом о том, как мы с партнером этот свой проект развивали, как мы его вынашивали. И на самом деле пройти экспертизу фонда достаточно сложно. И те знания, которые дает ОТУС, они нацелены именно на то, чтобы создавать технологические стартапы. Я не знаю, учат ли этому где-то, но здесь этому учат. Это очень серьезный ресурс для тех, кто хочет сделать действительно серьезный инновационный проект. Сегодняшний Success Story Day назван в том числе Днем технопарка. Почему это произошло? Во многом потому, что технопарк географически находится немножко рядом от места проведения этого мероприятия. Во-вторых, все-таки наша команда приложила определенные усилия к тому, чтобы это мероприятие состоялось. И в-третьих, я думаю, что это один из немногих шансов и таких поворотных моментов, когда стартаперы, наши участники, собравшись вместе, стали себя ощущать все более единым целым и более единым целым близким к технопарку. Добрый день. Меня зовут Илья Дубинский. Я директор Центра предпринимательства и инноваций Сколковского института наук и технологий. Хочу поздравить коллег из технопарка с замечательно проведенным мероприятием. Было очень интересно. А нас, в свою очередь, хочу поздравить с таким хорошим партнером, которого мы теперь имеем на кампусе, для всего Сколковского института, в особенности для Центра предпринимательства и инноваций. Технопарк является действительно стратегически важным партнером. Мы рассматриваем довольно большое количество интересных совместных программ. И, в общем-то, с уверенностью смотрим в будущее. Сегодняшнее мероприятие еще раз показало значимость всего Сколковского проекта и роль технопарка в этом проекте. Мы очень надеемся на плодотворное сотрудничество в ближайшее время. Денис, расскажите, удалось ли вам завести полезные знакомства здесь? Как вы вообще оцениваете сегодняшний день? Да, безусловно, удалось завести и знакомства, и найти людей, которые, может быть, в какой-то степени приблизят воплощение моего проекта в реальность. Это, безусловно, сегодняшний день был полезен в целом для меня и для моей команды. Расскажите про свой проект. Мы уже резиденты Сколково с конца прошлого года. И наш проект посвящен созданию виртуального мобильного оператора, который позволит, убить проблему роуминга. Мы уже стартовали с Мегафоном и, возможно, уже в конце этого года выйдем на рынок. Проект – это как маленький кораблик, который затерялся в большом бушующем море. И Сколково – это как маяк, который недостаточно ярко светит иногда, что недостаточно денег, но также нужно направление движения и развития. Соответственно, мы услышали сегодня все то, что волнует наших резидентов, и будем над этим работать.